Добрый вечер, Саша Айкезис Таганка и прекрасный iMac 27 с дисплеем 5К, с дисплеем Retina. Для меня это долгожданный компьютер, я очень давно хотел подобное устройство для личного использования, я его получил и очень рад. А сейчас Саша расскажет все остальное. Да, расскажу, начну с того, что в этом году исполнилось 30 лет самому первому Mac'у. Так. Вот, и все поклонники, фанаты компании Apple ждали, что Apple преподнесет для них сюрприз. Собственно, она преподнесла новый iMac с новым разрешением. В принципе, люди догадывались, что Apple обязательно выпустит после 15-13-дюймовых MacBook'ов с разрешением Retina, обязательно выпустит iMac. Она его выпустила. Давай посмотрим, как оно изменилось спустя 30 лет. Изменилось сильно. Прошлое и будущее. Черно-белая матрица. Не, черно-белая трубка и матрица с разрешением 5120 на 2880. Проще, по-моему, один раз показать, мне кажется. Как ты думаешь? Да, давай покажем. Сначала расскажем, кто есть в комплекте. Коробка и комплектация не изменилась, так же, как и не изменился дизайн самого iMac'а. Угу. То есть он остался таким же, как изначально анонсировали в New iMac. Новый iMac. Очень тонкий. Выпуске. Да. Где края идут очень тонкие, и уже к центру идет такое вот расширение, что наоборот дает вам больше такого пика азарта, такого дизайна, если бы он был совсем вот таким плоским, хотя в будущем возможно он будет плоским, а сейчас вот смотрится он достаточно достойно. Саша тут сказал интересную штуку, что оказывается сейчас подставку, расскажу. Ну давай, да. Что идет внизу, какие порты есть, AUX-порт для наушников, карт-ридер, SD-карточки можно вставлять, либо память расширять. Спокойно SD-карточку вставили с microSD на терабайт. 4 USB-порта, 2 Thunderbolt-порта и Ethernet-порт. Дальше идет отсек для увеличения памяти. Он идет только на 27-дюймовых моделях. То есть 5K он только есть 27-дюймовый. И многие еще не знали, что этот монитор можно повесить на стенку. Здесь вот эта поставка спокойно, свободно снимается, достаточно там карточкой такой нажать и купить весомаунт крепеж от компании Apple, закрепить его на стене и вот так вот запихнуть. Классно. То есть многие не знали про это, но такая возможность у вас есть. Вы можете поставить, повесить вместо своего телевизора, в офис себе поставить, на стену его, вывести камеры. Собственно, что идет в комплекте? В комплекте идет стандартная клавиатура, которая уже не менялась в дизайне более чем 7 лет, собственно, не надо, потому что это на сегодняшний день самая лучшая клавиатура. Лучше пока ничего не придумали. Вот она беспроводная. Давай покажем, как она изменилась за последние 30 лет. Угу. Изменилась она в лучшую сторону, можно сказать. Если не сказать большего. Кнопки стали... Клавиатура стала алюминиевая, в отличие от пластиковой, кнопки стали меньше, тоньше, лучше. Ну и, собственно, она стала беспроводная. Раньше можно было так iMac тащить. Что еще в комплекте? Мышка, которая не менялась. Тоже уже довольно долго. Больше, чем 4-5 лет. Там в 2009 году, по-моему, анонсировали ее. Она стала беспроводная за последние 30 лет. Она поменялась в дизайне. Но кнопка все равно одна. Раньше была квадратная. Кстати, кнопка была как была одна. Ну, я об этом и говорю, да. Принцип компании Apple. Ничего лишнего. Кстати, у нас даже есть фирменный коврик Apple, она выпускала такие вот единичными тиражами. У нас он достался. Можно пойти посмотреть. Ну и, собственно, нам еще вот Apple положила такую бирку 1 декабря. Но это тебе как магазину в Apple прислали. Да, 5 штук. Международный день борьбы со СПИДом. Где такие взять, мы не знаем, если что. Мы не знаем, это эксклюзив. 5 штук прислали. На всех сотрудников компании ITIS, которые в магазине работают. Давай, включай скорей. Динамики хорошие, мощные, если вдруг вас это интересует. Пай можно... составляет 227. Что такое пай? Пиксель на дюйм. То есть практически как у MacBook Pro Retina, у 13-ки, 15-ки, что означает, что вы пиксели практически не увидите. Даже если будете смотреть с близкого расстояния, их заметить нереально. Ну, если скажешь, у вас там не абсолютное зрение или так. А это модель с Fusion Drive или нет? Наверное, здесь жесткий диск, да, просто? Здесь обычный жесткий диск. Поэтому и такая скорость загрузки.
Да, был бы Fusion, они, конечно, в паре работали бы намного быстрее, потому что Fusion предусматривает то, что операционка стоит на SSD-диске, а не на жестком. Серега вот очень хочет что-то сказать, и ходит, бегает здесь с iPad'ом, говори. Fusion Drive, не в базе, да, в базе. А, в базе идет Fusion Drive, мы перепутали со старыми iMac'ами. Вот главное отличие Retina от старых поколений моделей iMac'ов, то, что у них Fusion нет в базе. То есть здесь сочетание HDD и SSD-диска, то есть сама для ускорения загрузки стоит на SSD-диске, а HDD он как второстепенно идет. Поэтому быстрая загрузка, как на iPhone, как на iPad. То есть для тех, кто мечтал получить, для тех, кто устал смотреть на свой старый iMac. Да, там шероховатые такие все шрифты, все такое. И привык к iPhone, iPad, вы свое получили. Это действительно достойный iMac, у которого самая лучшая матрица. Она идеально, она заранее откалиброванная под те цвета, под ту цветовую гамму. То есть, если вы создаете свой сайт или там редактируете фотографии, можете спокойно открыть на этом iMac фотографию, точно будете знать, что эти цвета соответствуют картинке, которая у вас получится, которую вы распечатаете в качественной, дорогой полиграфии. Или будете создавать свой сайт, и вы будете знать, как он по-настоящему выглядит. Не как там на обычных дешевых матрицах, да? Где он желтый, там оттенок зеленого, на самом деле не зеленый, а темно-синий. Вот здесь они выглядят так, как они есть. Еще один момент. Многие, ну вот когда был анонс, я написал статью и сказал, что в принципе цена вполне адекватная. Многие начали спорить насчет цены. Но... Самый дешевый 5К на сегодняшний день. Да. Самый доступный почти это единица, нету больше 5К. Ну, и есть. Там выпустили, но это просто монитор. Монитор LG анонсировали некий, да, но там сразу цена была в районе $3000. Вы можете сейчас посчитать, сколько это будет стоить. А здесь еще не забывайте, что здесь не только монитор, но и компьютер полноценный на базе OS X. И он вам поможет, там, будет помогать годами в самых разных задачах, в самых разных делах. Здесь такой, мне нравится, Yosemite MacHack. Теперь, наконец-то, можно панель управления сделать... Черный. Черный, да, он как раз будет отлично сочетаться с новым iMac 5K в стиль. А цвет, вот я не пойму, внизу дока тоже меняется? Тоже дока меняется на черный, с серого на черный. Сергей, ну скажи ты, что думаешь про iMac 27? Яркость здесь, по-моему, отличная, картинка идеальная, мы еще посмотрим видео с разрешением 4К. Да, Apple нам заранее записала, мы уже включили, тут была папка видео с разрешением 4К. Заранее снятые мувики на профессиональную камеру. 4К. Вот люди идут по пирсу, Волга. Как будто в жизни. Ты там стоишь, смотрит, да. Только запахов не хватает и... Все впереди. Согласен? Ну да. А вот это мы не видели. Шикарно, да? Да. Причем в Apple не стали делать какие-то мега-динамичные сцены, просто показали обычную картинку. Ну что добавить, в общем, отличный компьютер за свои деньги, 144 тысячи в Apple Store и у реселлеров. 144-990. 144-990, по сути 145 тысяч. Но конкурентов нет, ничего подобного нет, и поэтому, в общем, это единственный продукт своей категории. Как и к MacBook Pro 15 Retina, рынок привыкал где-то, наверное, несколько месяцев. И всем казалось, что дорого, а потом все поняли, что ничего подобного просто нет. Да, раньше многие заморачивались то, что вот нет приложений под такое разрешение. Сейчас они есть. Photoshop есть под Retina, есть Office под Retina. И работать я вам скажу, вот если у вас есть MacBook Pro с Retina, вот так же и за iMac новым будет работать. Комфортно, приятно, это вот не портит глаза матрица. Ладно, спасибо большое, Саш, Сергей, тебе тоже спасибо. iMac 27. Отличный компьютер компании Apple.